Среди работ выпускников Брестской художественной школы действительно чувствуешь себя как в кругу семьи. Такой эффект создают тематические сюжеты. В одной картине мать прижимает малыша, в другой пьет чай большая семья, а в третьей папа гуляет с сыном по городу. Каждая композиция погружает в себя, вызывая приятные воспоминания из далекого детства. Картина одного из авторов, Дарьи Никитюк, яркий тому пример. Я захотела изобразить что-то такое очень семейное, теплое. И вот я выбрала такую сцену, как... Мама читает своим детям книгу, и дети не просто слушают, а переносятся в этот мир, представляют себя как героев сказки этой и погружаются полностью в книгу. Поэтому, мне кажется, это такие моменты, которые были в жизни каждого из нас. Кроме неповторимости каждого сюжета на картине, поражает также и разнообразие техники материалов, которыми выполнены работы. Акварель и акрил, графика и батик, декоративная композиция соленого теста и коллаж из вырезок газет и журналов. Однако наибольший интерес вызывает работа в технике ветинанка юной художницы Марии Саевец. Выпускница выбрала этот вид изобразительного искусства не случайно. Я выбрала круг, потому что... Круг, как будто бы солнце, символ жизни. Внешний круг – это орнамент в белорусских традициях. Дальше идет деревня бабушкина, в которой я всегда отдыхала, но тема же все-таки семейная. Дальше бабушка с дедушкой и молодые, ну, в общем, это поколение. Ну и потом, конечно, солнце, которое освещает нам наши... Ну, наш путь и вообще все. Официально к итоговой выставке дипломных работ ребята готовились весь учебный год. Однако на деле каждая картина – отражение знаний, умений и навыков, приобретенных за 5 лет обучения в художественной школе. После торжественной церемонии открытия вернисажа директор учреждения Светлана Вяль вручила своим выпускникам свидетельство об окончании альма-матер и отметила, что итоговый вернисаж – достойный завершающий аккорд творческого 5-летия, как для ребят, так и для преподавателей. Хотелось бы, чтобы ее посмотрело чем побольше зрителей, потому что я считаю, что, во-первых, тема серьезная, а во-вторых, каждый ребенок постарался сделать работу. И есть в каждой работе мысли, над которой можно думать, которую можно смотреть и пытаться ее для себя еще как-то осмыслить, передать другому. Выставка «В кругу семьи рождается душа» будет работать в выставочном зале у Холмских ворот Брестской крепости в течение месяца до 20 июня. Поэтому у каждого желающего есть прекрасная возможность познакомиться с интересной экспозицией и вспомнить свое детство.